В музейно-выставочном комплексе «Артишок» открылась третья выставка-конкурс «Типичные Химки. Семейные истории». Здесь представлены портреты, натюрморты, пейзажи, объединенные одной темой – любви к семье и своему городу. 46 картин на семейную тематику. Этот культурный проект радует химчан уже третий год подряд. Свои работы на конкурс в этот раз прислали 24 художника. Люди могли присылать свои картины, мы делали выбор, то есть у нас жюри было, которое выбирало эти картины. И картины по простому принципу, то есть чтобы в картине максимально точно было отображено понятие семейной истории. И у нас есть уникальные семейные истории. Художница Лариса Клюева пишет картины почти 30 лет. На ее полотнах часто появляются родные просторы и исторические достопримечательности. Картина написана на пленэре, то есть непосредственно я находилась напротив этого павильона в Кусково. Вот. Ну и вдохновилась именно, конечно, самой атмосферой усадьбы Шереметьево, история богатая этой усадьбы. В этом году среди художников есть и иностранные мастера, которые много лет живут в Химках. Они тоже представили свои работы. А эту картину написала сербская художница Симич Весна. Она называется «В ожидании мамы» и наполнена настоящим домашним уютом и теплотой. Как отметил куратор выставки Александр Белугин, здесь представлены работы как опытных мастеров, так и начинающих авторов. Среди новичков, например, выделяются необычные работы художницы Людмилы Пудовой. На верхней картине написано, что и внутри расцвел цветок радости и первой улыбки. То есть мы видим, что женщина с теми предметами, вокруг нее те предметы, которые составляют их вроде бы семейный быт, и мелодию ее фантазии, то есть вот где-то она хочет быть, наверное, на море, где маяк. Через искусство к сердцу дорога гораздо ближе. Живопись и работы тех художников, которые есть, поддерживают традиционные ценности. Мы, как отцы, с большой буквы, не только их проповедуем, да и опять же за счет проведения таких массовых интересных мероприятий и стараемся их развивать. Химчане могут не просто познакомиться с творчеством художников, но и проголосовать за ту картину, которая понравилась больше. Сделать это можно будет до 15 сентября. Голосование проходит в группе «Типичные Химки» социальной сети ВКонтакте. Итоги выставки конкурса подведут 20 сентября. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.